Всем привет, привет, мои хорошие! Сегодня опять я пришла за Кейт. Вон она идет там. Вот она идет там, моя Китуша в красной курточке. Ну вот сегодня не знаю, куда что мы, как у нас будет. Посмотрим, покажу вам все. Идет моя Китуша. У нас встреча такая сладкая. Hello, my dear. Привет, вот моя Китуша, забираю ее, короче, привести надо ее в порядок, волосы покрасить, все. Как ты? Расскажи. За неделю не соскучилась по мне? Очень. Посмотри, какая погода будет хорошая, да, сегодня? Пойдем погуляем или на автобусе? Пошли, папа, погуляем. Погуляем. Краску надо купить, да? Краску. Банк? Посмотрю сейчас, где банк поблизости. Друзья мои, идем с Кейт и ищем Зират банк, никак не найдем. Нет, я-то, в принципе, видела его, когда проехала на автобусе. А сейчас не можем найти. Идем. Вроде бы пишет по карте 8 минут, не научилась пользоваться картой. Вот что значит, я сижу, и если выхожу, то только со шкивом. Это очень плохо, надо с Кейт сейчас почаще вылазить. Ну, буду знать. Поверните налево. Мы зашли в магазин. Будем Кете покупать маску. Посмотрите, какие дешевые цены. Какую, Кетти? Очки надо одевать, а то мы не видим. Так. Краски. Сколько много красок. Палет? Палет хорошая. Какой ты пользуешься? Или Гарниер? Нет. Палет? А? Гарниер у меня. Гарниер, вот. Гарниер. 12,90. Палеты пользуешься. Я тоже раньше палетом. Это Гарниер, Кэти. Палет вот эти хорошие. Сахар. Темный. Да. Папатия, ромашка. Я сама не знаю, какую краску мне надо. Вот я так запуталась в этих красках. Это для обесвечивания. Кэти. А чиксары. Какой? Вот этот? Да. Папатия, Кэти. Папатия. Красивый этот цвет. Все, выбрала? Да. Вот так вот выбираем. Такой здесь выбор. Очень большой выбор. Посмотрите, сколько здесь. Я люблю этот магазин, потому что здесь всегда скидки для волос. И мне надо для волос что-то купить. Что мне надо купить? Чтобы хорошо расчесывать. У меня закончилось, а я не успела, не сообразила заказать в этом. Вот это Урбан хорошая марка. У меня раньше было. Есть у меня бальзам. Тут внутри все будет. Какой-то шампунь. Хороший. Люблю этот магазин, друзья мои. Здесь можно подешевле со скидками купить. А это лаки. Короче, Китушу будем красить сразу же. Кисточки различные. Люблю расчески. У меня столько расчесок в доме. На мои волосы укладывается. Это какая интересная, красивая. Посмотрите.
скидки такие хорошие, средства для макияжа 17,90. Так. Мои хорошие, вся в делах, надо готовить, угощать гостей. Сейчас быстренько в духовочке, даже некогда переодеваться. Кэти покрасила волосы, сейчас быстренько сделаю хачапури. Но попробую сегодня как делать духовки. Потом приготовлю. Я заранее замочила горох. Такой еда турецкая. Волосы ужасно у меня. Боже, как я испортила. Замочила я горох и сварила сейчас вот такой горох. И я приготовлю турецкую еду. Ее готовят с мясом, но я приготовлю с курицей. Вот два у меня, две грудки филе. Вот так вот лежат. Сейчас я их приготовлю. В общем, вся в делах. Вся в делах, вся в делах. Будем готовить хачапури. Завтракать будем. Так, ну вот у меня заранее же всегда есть тесто в холодильник. Так, ручки помоем. После кастрюльки потрогала. Руки у меня всегда, в принципе, чистые. 100 раз мою, но я не знаю, буду делать на этом противне. Посмотрим. Наверное, надо заранее духовку включить, не так ли? А сколько минут? 40 минут. Сейчас достанем сыр. Так, вот этот сыр сейчас я добавлю, когда смешаю. Так, что нужно еще? Масло сливочное обязательно. Так, это используем потом другое. В общем, будем готовить сейчас. Так, ну как делать хачапури, вы сами посмотрите. У меня есть в рецептах, в плейлисте. Покажу вам уже готовое, не буду вас отвлекать много. Короче, этот сыр сейчас я возьму, перемешаю с тем, что у меня есть. И покажу вам готовый результат. Хачапури готово, его так надо смазать. Яйцо с майонезом, Кэти помогает. Сейчас она голову покрасила и не хочет показываться, какая она красивая. As we do, serious, да? Хулиган, а? Ее подружка вон. С Батуми. Сюда, сейчас гамочный вихан, телы наши, европаши. Шаницы, го-го, все второе у нас, русеты с телевизии. Наши хачапурки уже на подходе. Чуть-чуть осталось сейчас подрумяниться. Вот так в духовочке жарю их. Завтрак в процессе подготовки. Вот первая хачапури уже готова. А, вот посмотрите, сосиски отварила. Это для нас, для Кэти. Ашкем не кушает свои отваренные. Вообще они вареные сосиски не понимают, что это такое, надо жарить. Вот этот сыр бияс мне очень нравится. Посмотрите, советую, он такой вкусный. Вот. Таза бияс пинир, очень вкусный. А это вот какой-то вот напоминает козий сыр. В общем, маслины моего приготовления, что я вам говорила. Сейчас вот я добавлю сюда вишневое варенье. Вишневое варенье я покупаю, друзья мои, потому что не успела. Я даже не сообразила я самой приготовить. Всегда готовила, в этом году что-то вот в связи с поездкой в Батуми не приготовила. Вот купили мы по дороге вот такие вкусняшки. В общем, сейчас яички отварные на подходе. Хачапури жарится. В общем, вот будем кушать. Так, ну что, завтрак готов. Добавила варенье вишневое, колбаску нарезала. Посмотрите, вот эта колбаса напоминает ветчину. Я вам сейчас покажу для тех, кто проживает в Турции. Вот такая она, очень вкусная. Марка Баштаджи. Дана Масар Салям. Вот 250 граммовые, такие как маленькие. А другая там сейчас. Не так уж мне понравилось, но такая марка. Ну это больше понравилось. Яички, сосиски, чаек вот у меня. В общем, идем завтракать. Посмотрите, какая красивая у меня Кэти. Хорошо получилось. Вообще краски, говорят, в Турции очень качественные. И хорошо получилось. Звезда Ютуба ты, Кэти. Кайде, кайде. Китуша моя, звезда Ютуба.
Посмотрите, что это ашибуны, что принесли нам соседи. Ну, кысыр дейміз. Кысыр? Насыл и юрла. Из чего сделано? Кускус? Кускус? Кысыр. Булгурла яплю. А, и мелкий булгура вот делают такую еду. Насыл еджек лязин? Буну. Заворачивают, значит, в эти листья заворачивают это и вот кушают. С помидорчиком. Булгуру? Булгур надо, говорит, тереть. Как насыло кёфтегиби? Кёфтегиби. Как кёфте делают? Чик кёфте? Чик кёфте, даха чук кёрёс. Вот. Вот такую еду нам принесли соседи. Сейчас посмотрим. Покушаем. Попробую на вкус и скажу. Короче говоря, сидим мы тут с Китушей. Нам, ну, кухня, я аж перестановку сделала. Не обращайте внимания на беспорядок, я все уберу. Сидим, кофе пьем. Кэти будет мне гадать. Вот она мне говорила недавно, когда гадала неделю назад, да, что у меня дорога будет. Вот после этого, видите, как у меня дорога будет скоро в Москву. Ну, не скоро. Я разговаривала с журналистами, и они сказали, что перенесли на начало марта. Сначала журналист приедет сюда с оператором, поснимает здесь Мерсини, а потом мы поедем в Москву. Так что вот такие новости, мои хорошие. Мы пьем кофе с Кэти, потом будем фотографироваться, потом у меня готов обед тоже. Так, покажу вам обед мой. Вот я сделала такой обед, хочу Кэти угостить турецкой кухней. Посмотрите, это горох с курицей. И рецепт, как его приготовить, смотрите скоро в моих видео, в плейлисте «Готовлю дома». Очень вкусная еда. Делаем с Кэти фотосессию. Кэти, скажи привет всем. Привет всем. Батуми, вот как раз я у тебя возьму интервью сейчас, пару слов. Вот за кем ты скучаешь больше всего в Батуми? За внуками. Громче скажи. За внуками. Больше. А за мужем не скучаешь? За мужем. Муж там у Тари будет смотреть. Да. И что скажет моя Кэти? За внуками скучаю очень. Кэти такая сегодня красивая, правильно же? Правда же? Не так ли же? Так же. И мне волосы немножко получше, тоже приятно смотреть. А то я свои волосы сожгла. Ой, ужас как. Погода, посмотрите, какая Мерсини. Скоро буду сажать цветочки, семена. Но это завтра займусь уборкой капитальной, балконами своими. Сегодня вот Кэти вот у нас в гостях. Скоро уже, кстати, уходить надо. Так быстро время идет, когда чем-то занимаешься, да, Кэти? Да. Не успела она прийти с 10 до 5. Что это такое? Мало, конечно, отдыха, но... Ну, вот так вот у нее. Ну что, Кэти уходит. Ашкаем. Тебя люди смотрят на тебя. Сес япма были. Мой муж со своим животом не может согнуться. А Гюбек и Чин были проблемы. Кэти ушла. Все, бай-бай. Счастливо вам дороги. Бог с вами. Кулай гельсин. Пока-пока. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, со мной вам будет очень интересно. С вами была Светлана Ата.